сотрудники склада в Эльтбериз устроили массовую драку. Драка произошла между сотрудниками и охраной с применением перцовых баллончиков на складе в Эльтбериз в Подмосковье. В потасовке на складе в Электростали принимали участие более 100 человек. На место приехали полицейские и задержали 13 участников конфликта. На данных складах в большом количестве работают мигранты. По словам очевидцев, изначально в потасовке участвовали 2 человека, рабочий и бригадир. Рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир сказал ему, что он долбоеб. Первый с такими выводами был не согласен и попросил пояснить за слова. По другой версии, драка в 7-м блоке склада началась после того, как один из службы безопасности попытался поговорить с работником, которого заподозрили в хищении заказа. Того это очень возмутило. Коллеги заступились за своего, а потом драться побежала вся толпа. Началась драка, в которой вскоре подключились еще более 100 человек. Сейчас 2 блока на складе отцеплены, на месте работают полицейские. Кроме того, у всех сотрудников теперь заодно проверяют документы. Руководство компании заявило о том, что все сотрудники, участвующие в драке, будут немедленно уволены. Подписывайтесь в Telegram на Московскую жвачку. Тут стоим, а почему-то тебя нету. Ты говоришь... Мы всех там. Ты говоришь, что ты участвовал в драке, а почему тебя среди нас нету? Мы тут стоим, слушай. Тебя там нет.